Дочери Олега Табакова от Марины Зудиной исполнилось 18 лет. Юная красавица, как две капли похожа на своего звездного отца, который, к сожалению, не видит, какой выросла его любимая Маша. На днях Мария предстала перед подписчиками в новом образе. Юная красавица впервые встала на каблуки, похваставшись точеной формой в облегающих джинсах. Чудо, как хороша! Могла бы стать звездой с такой внешностью, метит на место мамы в шоу-бизнесе. Стройная, как модель. Какая красивая девушка, унаследовала все самое лучшее от родителей, пишет под снимками Марии Табаковой. А что скажете вы